Сегодня в мэрии Анапы прошла церемония чествования представителей потребительской сферы. Она была приурочена ко Дню работника торговли, который отмечается в России в четвертую субботу июля. На торжественное собрание пригласили отличившихся сотрудников анапских магазинов, рынков, торговых центров, кафе и ресторанов. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие отрасли в городе-курорте был отмечен 41 человек. Двое из них получили благодарности губернатора края. Кроме того, сегодня лучшим работникам вручили благодарность Департамента потребительской сферы Краснодарского края, а также почетные грамоты и благодарности мэра Анапы. В своем поздравлении вице-мэр города Станислав Лобачев назвал отрасль двигателем экономики и лицом всего курорта. От вас зависит, в принципе, настроение в городе, туриста и те впечатления, которые он увезет. От вас зависит большой процент возвратности туристического потока, который же всего люди приезжают за впечатлениями и за приятными воспоминаниями. Побольше вам действительно потребительского спроса, хорошего, благодарного, качественного, хотел сказать, клиента, ошибка, гостя, качественного гостя, очень благодарного, искреннего, настоящего, который оценит ваш труд, а если критикует, то эта критика будет настолько выверенная, четкая и достоверная, что она просто даст вам открыть новые ворота к совершенству, к исправлению, к празднику.